Замечен неопознанный летающий объект. Отправлена группа перехвата. Цель в зоне поражения. Разрешите открыть огонь. Открыть огонь. Так точно. Подтверждено. Объект упал в районе полярного круга. Рабочая группа высадится на месте через 10 минут. А других кандидатов нет? На такую миссию нет, господин президент. Несмотря на своеобразный характер, быстро и точно выполняет приказы. А как же недостаток? Для солдата недавний развод с женой не тяжелая травма. Хорошо. Значит, нужно только подписать. До прибытия к точке начала выполнения операции «Протокол» осталось 30 секунд. Запуск тормозных двигателей. Ошибка. Ошибка. Неисправность второго тормозного двигателя. Есть вероятность столкновения. Вероятность столкновения равна... ...43%. Голова. И пожар. Типичное начало каждой операции. Добро пожаловать, доброволец. Надеемся, что приземление было комфортным и безопасным. Ага. Аж хорошо поспал. Ребят, у вас тут есть система климат-контроля? А то как-то душновато, знаете ли. Содержание СО2 внутри капсулы превышает допустимую норму. Будет произведена автоматическая вентиляция. Автоматическая вентиляция невозможна, так как неисправна основная система энергопитания капсулы. Пожалуйста, запустите аварийное питание, используя динамо-машину. Вы серьезно? Супертехнологичная капсула с динамо-машиной? И где она? Смотри-ка, не наврали. Произведена синхронизация с системами комплекса. Добро пожаловать в программу «Протокол». Пожалуйста, проведите ключ картой по считывателю, чтобы получить разрешение на выход. Разрешение на выход получено. Нажмите на кнопку, которая расположена посередине двери, чтобы открыть дверь капсулы. Да вы издеваетесь. Обнаружена неисправность двери. Воспользуйтесь аварийным открытием. А нельзя было с самого начала так сделать?
Ю-ху! Устройство на вашей руке синхронизировалось с системами комплекса. Нажмите на экран устройства, чтобы воспроизвести ваши текущие задачи. Помните, отказ выполнения поставленных перед вами задач является грубейшим нарушением протокола. Твою мать! Ребят, ну вы же могли сказать: чувак, оденься теплее, ты, мать его, отправляешься в сраную вечную мерзлоту! Эх, ладно, хоть не брился, потеплее будет. Нарушили протокол. Запущена программа самоуничтожения комплекса. Ядерные заряды будут активированы через 5, 4, 3, 2, 1. Ребят, ну вы же могли сказать: чувак, оденься теплее, ты, мать его, отправляешься в сраную вечную мерзлоту! Эх, ладно, хоть не брился, потеплее будет. Прости, чувак. Я не знал, что ты здесь умер. Хорошо. Ладно, эта батарея сдохла. Окей, значит, нужно вставить третью батарею. Очень сообразительно оставить батареи на морозе, чтобы они все разрядились. Ладно, хоть в капсуле есть динамо-машина. Возможно, получится зарядить батареи.
Кто молодец? Я молодец. Ваша главнейшая задача в данной миссии – соблюдение и выполнение программы «Протокол». Категорически запрещено нарушать протокол. Примером нарушения запрета в текущих обстоятельствах является бросить в дрона снежок. Бля, даже замерзший где-то в самой заднице мира, я не могу перестать крутить в голове свою последнюю семейную ссору. Ее голос врезался прямо в глубины мозга. Твою мать, тебя не бывает дома по полгода. Я словно замужем за зэком. Долг? А перед женой у тебя нет долга? Ты словно изменяешь мне со службой. Ну вот и трахайся с ней. Как меня вообще угораздило жениться на ней. Интересно, я ввязался в этот сверхсекретный пиздец из-за развода. Ну или эти сверхсекретные пиздецы его причина. Но тем не менее, пора вернуться к миссии, какой бы она ни была. Так вот на что идут деньги налогоплательщиков. А я-то думал, что на кокаин и шлюп для конгрессменов. Хотя нужно еще посмотреть, что там внутри. Подойдите к терминалу и введите пароль. Ребят, что же у вас ничего не работает? Вилка. А вот это странно. Блять, нахер! Нужно найти, куда ведет этот провод, и вырубить его к чертям! Ладно. Видимо, нужно что-то, что подойдет под данный разъем. Так-то лучше. Теперь можно обратно включить электричество. Введите код с ключ-карты. Thank you.
Введен неправильный код. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Ребят, что же у вас ничего не работает? Вилка. А вот это странно. Ладно. Видимо, нужно что-то, что подойдет под данный разъем. Так-то лучше. Теперь можно обратно включить электричество. Введите код с ключ-карты. Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Погоди, нахрена? Может, хотя бы внутри тут как бы холодновато? Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Не, я понимаю, ты бездушная холодная машина. Ай, впрочем, хрен с тобой. Ваша одежда была скомпрометирована. Вы избавьтесь от всех... Ребят, что же у вас ничего не работает? Вилка. А вот это странно. Ладно. Видимо, нужно что-то, что подойдет под данный разъем. Так-то лучше. Теперь можно обратно включить электричество. Введите код с ключ-карты. Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Погоди, нахрена? Может, хотя бы внутри тут как бы холодновато? Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Не, я понимаю, ты бездушная холодная машина. Ай, впрочем, хрен с тобой. А, не так уж и холодно. А, нет, ошибся. Холодно. Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Да ты, блядь, издеваешься. Я и так на морозе в одних трусах. Тебе этого мало? Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Надо будет познакомиться с тем, кто придумал все это. Ваша одежда была скомпрометирована. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Ребят, что же у вас? Вилка. А вот это странно.
Ладно. Видимо, нужно что-то, что подойдет под данный разъем. Так-то лучше. Теперь можно обратно включить электричество. Введите код с ключ-карты. Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Погоди, нахрена? Может, хотя бы внутри тут как бы холодновато? Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Не, я понимаю, ты бездушная холодная машина. Впрочем, хрен с тобой. Не так уж и холодно. Нет, ошибся. Холодно. Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Да ты, блядь, издеваешься. Я и так на морозе в одних трусах. Тебе этого мало? Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Надо будет познакомиться с тем, кто придумал все это. Только не говорите, что у вас не хватило денег сделать освещение внутри. Пожалуйста, встаньте в красную область для завершения инициализации и обеззараживания. Несоблюдение требований означает нарушение протокола. В рот попало. Первичная обработка субъекта закончена. Пройдите превентивную вакцинацию для соблюдения протокола. Может, полотенце хоть дадите? Возьмите ампулу с красной жидкостью и наберите 200 единиц препарата в инъектор. Затем сделайте инъекцию в районе грудной клетки. Не бойтесь, это всего лишь производный продукт метагруппы, который расширит ваше сознание, что позволит произвести сканирование вашей мозговой активности. Окей. Надеюсь, ничего плохого со мной не случится. Thank you.
Что? Что за хрень? Что я вколол в себя? Для восстановления зрения при побочном эффекте примите перорально синюю таблетку. В 5% случаев зрение не всегда восстанавливается полностью. Серьезно? Я в этих 5%? Ну, надеюсь, что это лишь временный эффект, да? Теперь ваш организм готов к повышенной дозе лекарства для проведения дальнейшего теста. Введите себе 500 единиц зеленого препарата. При нехватке дозировки вы можете изготовить его самостоятельно. Замечательно. Я не пойму, вы хотите меня убить или просто сделать инвалидом? Отойдите на 2 шага назад. Сейчас мы проверим вашу мелкую моторику. Это пройдет, нет? Примите перорально таблетку, имеющую форму ромба. Финальная проверка перед психосоматическим тестом для выявления проблем после приема препаратов. Оставайтесь на своем месте и присядьте 5 раз. Надеюсь, на этом мы закончим. Ваше физическое состояние в относительном порядке. Подойдите к активировавшимся терминалам для проверки психосоматических способностей и психологической реакции. Посмотрите изображение последовательно и укажите, считаете ли вы изображенный сюжет приемлемым. Заброшенные здания. Лучшие игровые площадки моего детства. Ну, вполне обычное занятие. Ух, твою ж мать, жуть какая! Эта хрень пугала меня в детстве. Ладно. Фу, какая мерзость!
Ясно. Смешно. Весь психотест посвящен тому, чтобы посмотреть, как я до сих пор отношусь к бывшей. Поздравляем. Вы прошли психосоматический тест. Возьмите ключ и проследуйте в раздевалку, чтобы взять необходимое снаряжение. Возьмите личные вещи из шкафчика номер 3. Окей, из третьего, значит. Попытка доступа к имуществу, не связанному с вашей текущей задачей, ведет к нарушению протокола и ликвидации всей программы, комплекса и персонала. Ладно, ладно. Ты лучше скажи, где у вас тут туалет, а то от холода и ваших препаратов у меня почки начали работать на полную мощь. Пожалуйста, справляйте свои физиологические потребности лишь в специально отведенных для этого местах. О, черт, ужасно хочу поссать. Нужно срочно отлить, иначе явно не сдержу. Наденьте униформу и возьмите снаряжение, предназначенное для выполнения программы «Протокол». Садитесь в лифт. Твою же мать, а! Это невозможно терпеть! Я сейчас обоссусь! Нахер все это! О, да! Так-то лучше. Вы нарушили санитарные нормы, установленные в исследовательском комплексе. Вы нарушили протокол. Приятного дня! Возьмите личные вещи из шкафчика номер 3. Окей, из третьего, значит. Попытка доступа к имуществу, не связанному с вашей текущей задачей, ведет к нарушению протокола и ликвидации всей программы, комплекса и персонала. Ладно, ладно. Ты лучше скажи, где у вас тут туалет, а то от холода и ваших препаратов у меня почки начали... Наденьте униформу и возьмите снаряжение, предназначенное для выполнения программы «Протокол». Садитесь в лифт. О, черт, ужасно хочу поссать. Нужно срочно отлить, иначе явно не сдержу. О, да. Наконец-то. Да. Надеюсь, этот цвет мочи мне только кажется. Вы нарушили санитарные нормы, установленные в исследовательском комплексе. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Возьмите личные вещи из шкафчика номер 3. Окей, из третьего, значит. Попытка доступа к имуществу, не связанному с вашей текущей задачей. Наденьте униформу и возьмите снаряжение, предназначенное для выполнения программы «Протокол». Садитесь в лифт. О, черт, ужасно хочу поссать. Нужно срочно отлить, иначе явно не сдержу.
О, да. Наконец-то. Да. Надеюсь, этот цвет мочи мне только кажется. Благодарим за соблюдение равноправия и межполовое взаимоуважение. Вы молодец. Вы смогли не забрызгать ободок унитаза. Ага. Моя бывшая жена постоянно отчитывала меня за это дело. Несмотря на творящийся здесь бред, я хотя бы далеко от нее. Блестяще. Прям чувствуется, что не сделано в Китае. Нужно поискать плоскогубцы. Если это была бы игра, я бы уже подумал, что туториал слишком затянут. Вставьте ключ-карту в терминал лифта. Инициализация запуска секретной операции в рамках программы «Протокол» завершена на 99%. Для полного завершения инициализации пройдите повторное психосоматическое тестирование. Ребят, вы серьезно? Нажмите на изображение в том порядке, в котором вы проходили его на психосоматическом тесте. Неправильная последовательность. Вы нарушили протокол. Приятного дня. Инициализация запуска секретной операции в рамках программы «Протокол» завершена на 99%. Для полного завершения инициализации пройдите повторное психосоматическое тестирование. Ребят, вы серьезно? Нажмите на изображение в том порядке, в котором вы проходили его на психосоматическом тесте. Спасибо за терпение при прохождении тестирования. Тестирование подтверждено. Субъект физически готов, свеж и вменяем. Биометрические параметры субъекта считаны и занесены в базу. Идет генерация профиля оптимального голографического ассистента. Оптимальный профиль подбирается, исходя из вашего личного дела, чтобы создать для вас максимально комфортные условия для работы. Оптимальный психофизический профиль для ассистента подобран. Добро пожаловать в исследовательский комплекс «Терминус». Соблюдай протокол, и с тобой... И с тобой все будет в полном порядке, дорогой. Я упал в обморок. Не знаю, что эффективнее могло вырубить бывалого солдата. То ли обморожение, или же это та пачка медикаментов, которую пришлось выжрать.
Либо осознание того факта, что я оказался заперт в промерзлом военном комплексе непонятного назначения где-то на краю света вместе с призраком моей бывшей жены под управлением бездушного искусственного интеллекта. Просто пиздец, как это все охуенно.